strings. Louder. Здрасте, здрасте, здрасте. Мы пришли в кинотеатр на премьеру. Какую премьеру, Диана? «Дорога на Берлин». Диана пока додумает. И сейчас мы будем смотреть. И после я расскажу свои впечатления. Мы уже в зале. Собралось много ветеранов. И сейчас начнется фильм. Там много ветеранов. Много. Здесь. DVD, которая вам нужна, находится в этом районе. Ой, ничего определенного сказать не могу. Белоус! Разворачивай орудие! Наводить головной! Занять позиции! Прицел 20! Стоять! Бронебойный! Заряжай! В общем, мы посмотрели фильм «Дорога на Берлин». Честно, я чуть не заснул. Я просто хотел спать, и мне было скучно. Очень было скучно. Отстой, дерьмо. Больше ничего. Фильм просто ни о чем. Вот знаете, я вообще думал, что я засну. Но был один момент, от которого я проснулся. Знаете, как это было? Это было так. Диан, что делаешь? Денис, ты меня бесишь. Диан, мне скучно. Денис, хватит меня в щеки тыкать. Фильм настолько был скучный, что я просто в шоке. Мне нравится. Я как всегда, мне нравится всякий бред. Всегда. Да. На меня смотрят, как на дауна какого-то. А, кстати, да, это мой первый влог. Да, влог. И мы повернем. Первый. Слава богу, тут людей нет. В общем, фильм. Я повторяю это пятый раз. Фильм ни о чем. Ну, вообще, он был скучный. И сюжет скучный. И все скучно так было. Но мне печаль. Знаете что? Мне кажется, оттенки... И то интереснее. Ну а поскольку у меня настроение такое военное, немного такое завтра к 9 мая. День Победы, и мы поедем на парад. Угу. Да. Подожди. А, да, что я хотел сказать. Да, Денис, солнце. Я тут врачусь за тобой. Если бы у меня не было такого праздничного настроения... То мы бы вообще встали и ушли. Да, я просто хотел встать и уйти. Да, но я досмотрел его, и он, в общем-то, ни о чем, но это мост-фильм. Мост-фильм, оно само за себя говорит уже. Да. Может, мы пойдем? Пойдем. Ну, там люди. Так, вообще все. И да, я повторяю это, если бы не мое праздничное настроение и не День Победы, то я просто бы взял, ушел с этого фильма. А мы... Я, наверное, дал этому фильму 4 балла из 10. 4? Да. Я 4,5. 4,5. Так он мне понравился так. Больше. Знаете, это просто было убийственно скучно. Это ну, сколько да. раз мы сказали, что этот фильм отстой. По-моему, 25. Больше. Больше. Диана, ты видишь меня? Нет. Смотреть его не стоит. Пойдите лучше на что-нибудь битва получше. Битва за Севастополь. Да. На битву. Который прошел как бы неделю назад. Алло. Алло. Это снова я. Это снова я. Дорога на Берлин. Да. Дорога на Берлин. Откуда там Берлин?
если они снимают это все в поле? В поле они просто. Они тупо ходят по какому-то кругу, туда-сюда, туда-сюда. Какой Берлин, где Берлин? Ну, главное, что называется «Дорога на Берлин». Я уже по трейлеру понял, что это полное дерьмо, и это смотреть не надо. Не надо. Дай винтовку. Нет. Дай винтовку. Нет, нельзя. Чего смешного? Я бы попал. Но ни в коем случае. Но все же, потому что скоро праздник День Победы, мы сходили на... В туалет. Дорогу на Берлин. Он такой курлык, 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 курлык. Курлык. Ой, курлык. 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 Давай так, ты в одной, я в другой. Курлык. 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 В общем. Не тратьте деньги на этот фильм. Да. Просто все... посидите дома. Дом. Или идите на другой фильм. На другой. На другой. В общем, всем пока. Влог, влог, влог заканчивается. Надеюсь, он вам понравился. Если не понравился, то хрен с вами. Всем пока.